Дорогие одесситы, так сложилось, что у нас сегодня немного поводов для радости. Да и праздничные даты особо не отметишь. Но есть одна дата, которая абсолютно точно объединяет настоящих одесситов, любителей футбола. Это 26 марта, день основания нашего Черноморца, который в этом году отмечает 85-летний юбилей. Как и все одесские болельщики, я искренне желаю нашему клубу возвращения в футбольную элиту, украинскую премьер-лигу. Брать новые высоты и заявлять о себе в Еврокубках. История Черноморца – это колоссальный путь, часть истории Одессы. Моряки подарили миру плеяду выдающихся футболистов и тренеров. Виктор Прокопенко, Илья Цимбаларь, Юрий Никифоров, Игорь Биланов, Виталий Руденко, Семен Альтман. Этот список можно продолжать бесконечно долго. Особенно хочу поздравить самых преданных фанатов Черноморца. Тех, кто наравне с игроками переживал все взлеты и падения. Сопереживал и искренне болел все эти годы. Успехов, побед, процветания нашей славной команде. И с праздником всех нас!